Современное искусство. В Перми закрылось две выставки и щемят Марата Гельмана. Ну, вообще, если честно, по-моему, нет ничего плохого в том, что Пермь стала центром современного искусства. И хотя бы хоть что-то в Перми есть, хоть чем-то она стала примечательной. И действительно, вот мы были недавно в Перми, заезжали в город, и, ну, вот эти все вещи, которые, это деревянная буква «П», ну, это привлекает внимание, это интересно, это отличает этот город от тысячи одинаковых городов по всему СНГ. Потому что без всего этого Пермь точно такой же безликий город, как и все остальные. И поэтому те, я знаю, что там многие местные жители негативно относятся ко всему этому, но это те местные жители, которые бухают и ломают остановки, и которые любят жить в дерьме. Ну, то есть в этом нет ничего плохого. Мое отношение к современному искусству, ну, я его нет, потому что я в нем не разбираюсь. Существует какое-то такое направление, где художники пытаются эпатировать, делать какие-то резкие вещи. Если честно, я к этому не очень хорошо отношусь. Но я уверен, что есть и очень талантливые люди. Просто я в этом не разбираюсь.